Ну, а вот и дело. Под мелким моросящим дождем, в гордом одиночестве у пруда. Что-то никого здесь нет. Он решил один, чтобы его не беспокоили. У него, видно, любовь прошла уже. Дейл остепенился. Теперь отсыпается и набирает вес. Чипа тоже что-то, вот в предыдущем видео, что-то чипулька так это. Сейчас мы попробуем поближе подойти. Вот, ну, зато не жарко. Дождик моросит такой, ну, тепленький такой, хороший. Сейчас с другого ракурса, ну, посмотрим. Если получится, это сам дерево обойти. Красивая, конечно, картина. Мне это место тоже очень нравится. Сейчас мы обойдем. Это абрикоски еще поспели. Вот, это видно позднее. Смотрите, сколько их тут. Ой, ешь не хочу. Ой, сколько абрикосиков. Прям в рот просится. Сейчас мы... Вот он, да. Посмотрите, как сказочно смотрится. Красавец. Правда, мордахи не видно, но зато у пруда, в зеленой травке. Смотрите, как вот дожди идут, и трава зеленая, еще цветы цветут. Смотрите, под деревом какие-то голубенькие, смотрите. Тут еще какая-то кашка. Очень красиво. Там желтенькие какие-то. Уважаемые посетители парка Львов Тайган, администрация напоминает вам о необходимости в гордом одиночестве. Абрикосы. Очень красивое место. Золотой лев у золотых слонов на пруду. Вороны только летают, полновластные хозяйки. Там столько мяса, столько окорочков лежат на львином пляже. Кошмар. И никто даже не притрагивается, все сыты. Так что всем привет от красавца Дейла. У него тайм-аут от любовных утех. Он решил отъесться и отоспаться.